В большом конференц-зале одного из выставочных центров Самары практически нет свободных мест. Более 500 работодателей собрались на семинар по изменениям в законодательстве в области охраны труда, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Когда подобного рода мероприятия проводятся, всегда отзываюсь, всегда участвую, потому что это, ну, полезно в первую очередь для нас, для, ну, как работодателя, да, все-таки. Вот, ну и хотелось бы идти в ногу со временем, не отставать, дабы не нарушать, в первую очередь, законодательство, во-вторых, не нарваться на какие-то санкции со стороны законодателя. Обучающий семинар прошел на базе международной выставки форума «Промышленный салон», которая проходит в Самаре. Перед участниками выступили представители Государственной инспекции труда в Самарской области, регионального министерства труда, занятости и миграционной политики, администрации областного центра. У нас вступили в силу новый порядок обучения по охране труда, новый порядок расследования несчастных случаев, новый порядок психиатрических освидетельствований работников. Надо отметить, что последние несколько лет Минтруд у нас довольно большое количество изменений вносит в законодательные акты, в том числе и в Трудовой кодекс. Вот об этих и о многих других вопросах мы сегодня будем говорить с нашими работодателями. Сфера охраны труда контролируется строго, поэтому на сегодняшнем семинаре основной упор сделали на изменениях в порядке расследования несчастных случаев на производстве, что обычно проходит крайне непросто. Достаточно нелегко, потому что при расследовании несчастного случая затрагиваются все сферы трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, которые содержат требования охраны труда. Необходимы достаточно глубокие знания и опыт. Подобные семинары для работодателей администрация областного центра организует примерно раз в месяц в дистанционном или очном формате. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.